Это видео посвящено операторам языка запросов Google. Всего их около 33. В этом ролике вы увидите, как они классифицированы и какие из них к какой группе относятся. Условно я разделил их на 4 группы. Основные операторы, операторы для продвинутых пользователей, операторы для поисковой оптимизации и прочие операторы. Основные операторы – это наиболее часто используемые. Их 8, их 9 штук, и их приводят в большинстве статей с советами по поиску в Google. Операторы для продвинутых. И также видите, что они обозначают, для каких действий применяются. Операторы для поисковой оптимизации предназначены для специалистов. Посмотрите на экране. И, наконец, прочие операторы. Их я насчитал 11 штук. И вы их видите на экране.